Горит звездный городок Америки, курорт Малибу на Тихоокеанском побережье Калифорнии, где находятся фешенебельные дома многих голливудских знаменитостей. Некоторые из них сгорели дотла. Жители срочно эвакуированы. Непосредственно в зоне пожара оказались виллы Барбары Стрейзанд и Мела Гибсона. В последние дни в Малибу стояла сильная жара и засуха, что способствовало распространению пламени. Предположительной причиной пожара называют возгорание электрокабеля. «Мы видели огонь из окон нашего дома», — говорит один из жителей. «Подумали, что это слишком далеко, до нас не доберется, и пошли спать. Но тут пришел шериф и сказал нам немедленно собираться и эвакуироваться». Население Малибу насчитывает 13 тысяч человек. В воскресенье выгорело более 500 гектаров известного курорта. Сгорел знаменитый Кастл Кашен, вилла, построенная в виде средневекового замка. Пожарные полагают, что борьба с пламенем может продлиться не менее суток. И все это время тысячи домов будут под угрозой уничтожения. Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер следит за развитием ситуации. Он заявил, что в случае необходимости пошлет в Малибу дополнительные силы спасателей и пожарных.